зачем качать нефть, если можно качать деньги? Если темпы роста сохранятся. Деньги приходят в таких количествах, что мы их даже считать не успеваем. То через полтора месяца у Мамонтова будет четверть денежного оборота страны. Весь капитализм построен на индивидуальной жадности. И эти индивидуальные жадности борются друг с другом. Твоя с моей, моя с твоей. То есть МММ это такой аккумулятор жадности, да? Продается. У России есть уникальный шанс превратиться из сырьевого придатка Запада в финансовый мировой центр. Сигнальный номер Коммерсанта. Вместо рекламы Мамонтов. Только вперед! Ты должен вдарить локомотивом. Имеют значение только частные вклады. Причем обязательно в разброс в течение недели, чтобы не вызывать подозрений. Но в день X мне от вас понадобится полная синхронность действий. А теперь ты меня послушай, Мамонтов. Война, значит. Пора его успокоить. Пора его успокоить.